В Энгельсе раскрыто убийство братом своей родной сестры. 16 февраля в лесополосе в районе Турбас на озере Тиндзинь прохожий случайно наткнулся на тело женщины. На место выехала следственная группа, которая обнаружила труп 30-летней жительницы Энгельса. Он был присыпан ветками и снегом. В тот же день полицейские арестовали младшего брата убитой. 25-летний юноша сознался, что совершил преступление еще месяц назад. На допросе он рассказал, что часто конфликтовал с сестрой и решил при случае отомстить ей. Воспользовавшись моментом, он завел ее в эту лесополосу под предлогом обжечь провода. Завел ее в эту лесополосу и, значит, там ее задушил. Воспользовался тем, что, скажем так, было. То есть у них была с собой сумка, от которой он просто оторвал одну из ручек. И, воспользовавшись этой ручкой, он задушил, значит, свою сестру. Известно, что брат и сестра росли без родителей. Став взрослыми, они оба вели асоциальный образ жизни, нигде не работали. Убитая женщина в прошлом и сама отбывала срок за убийство. Теперь ее брату грозит лишение свободы от 5 до 15 лет.